Всем привет! В этом видео я расскажу о том, как можно излечиться от простуды. Каждый из нас знает, что это такое. Ачхи! Ачхи! Обнился! Ачхи! 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 Итак, как же решить вопрос с простудой? Очень просто. Нужно купить фармазолин, он стоит 40 гривен, и желательно на ночь закапать. Потом тоже можно на ночь купить лимон, срезать его. Можно не срезать даже, по вашему желанию. Берем и вот так вот пьем сок лимона. Данный способ помогает уменьшить простуду. И со временем, через день, через два, простуда, насморок в носу пройдет. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И спасибо, что нас смотрели. До встречи в следующих видео.